И снова скандал в СБУ. В госизмене обвиняют одного из руководителей столичного управления службы безопасности. На кого он работал и что ему грозит, подробнее Елена Митясова. В чужой среди своих одного из руководителей столичного управления СБУ завербовали российские спецслужбы. Какие задания выполнял начальник и какую информацию сливал врагам, службе безопасности пока держат в тайне, как и саму фамилию задержанного. Він обґрунтовано підозрюється у роботі на спецслужби Російської Федерації. Йому обрано запобіжний захід тримання під вартою. Йому інкримінується 111 стаття Кримінального кодексу «Державна зрада». Будемо говорити прізвища, поки що тривають слідчі дії. Єдине, що можу сказати, що додатково, що зараз триває перевірка співробітників. За последние две недели, это уже третье подобное задержание, 16 июня контрразведка разоблачила шпионажа сотрудника службы внешней разведки Дегтярева. Имея доступ к государственной тайне, тот фотографировал документы под грифом «секретно», сливал их российским спецслужбам. За это Дегтяреву обещали тепленькое местечко в российских разведорганах и кругленькую сумму. Ущерб госбезопасности нанес и еще один сотрудник управления СБУ в Донецкой области, подполковник Александр Третьяк. Сообщал российской разведке данные о местах дислокации украинских бойцов техники и вооружения. Оба предателя уже под стражей. Им грозит до 15 лет тюрьмы.